17 нас поменяла за сезон, как бы приезжали, выезжали, состав менялся постоянно, по возможности люди приезжали, короче, то есть там, нестабильно в этом плане. Чемпионат удалось лучше, ну, наверное, первое, это однозначно первое. Вот, первое все шло у нас стабильно, большинство побед, очень мало пропущенных. Вот, а второе уже пошло спад. Да, просто первое, что больше как бы тренировались там где-то, ну как, тоже тренировались, за себя собирались, а во второе, что вы так перестали играть, это помимо. Соперника тоже уровень поднялся. Да, однозначно, ребята во втором круге поднабрали, а мы, наверное, остались на месте, как минимум, если не деградировали. Самая интересная игра, наверное, первая, которая была в самом начале сезона с Троещиной, когда наш дебют, все волновались, не играли нигде. Да, это самое вероятнее всего. Не, снова эра была интересна. Первым круге, когда мы допроигрывали 0-1, тоже без замен приехали, потом вырвали 2-1. На последние минуты, что ли? Да, на последних минутах. Что можно еще такого вспомнить? Да и Саутгемптон, наверное, в первом круге тоже интересно было. И вторая тоже ничего. 1-10 ничего. Команда отрадная. Я Дима. Я Женя. И мы хотим подвести итоги конца сезона 2012. Команду мы оценим свою с начала сезона так, как не очень с хорошей стороны, потому что мы не очень хорошо вступили в первой части сезона, но во второй части сезона мы очень хорошо сбалансировали свою игру и начали просто брать очки у тех команд, которые числятся в верхней части турнира таблицы. И в принципе сейчас в чемпионате такая ситуация, что команды из первой, из шестой по девятое место выигрывают всех и вся. Самое главное, команда набирается опыта, с каждой игрой добавляет качество игры, и мы готовимся на следующий сезон, кстати, выступить более ударно. Вот. Что касается самой интересной игры нашей, я считаю, матч против Интерна самый интересный был. Вот. Была сильная борьба и победный итог нашей победы. А для меня, как оказалось, игра для Сокола, потому что мы сумели доказать супротивнику, который считал, что мы не очень сильная команда, и они все-таки с нас опять, с нами, как бы, грубо говоря, поиздеваются. Но мы доказали в прошлом туре, и всем ребятам, которые тоже в лиге считали, что мы не сможем обыграть, доказали, и все же продолжаем бороться за шестое место. Я Вадим Владимирович, команда «Салют». Оцениваю нашу игру нашей команды, ну так, посредственно, могли сыграть намного лучше все матчи. Сначала плохой состав был, потом немножко начали разыгрываться, ну и нормально сейчас играем. Вторая, я думаю, больше удалась, хотя там тоже плохие матчи есть. Самая интересная игра, наверное, была с бронепоездом «Столиц». Очень, очень насыщенная игра была, интересная, и держались все хорошо. Но потом в конце забили нам гол такой. В целом, в сезоне 2012 команда достойно выступает в что-лиге. Вот, поставлены высокие результаты, я думаю, что мы все-таки до конца сезона выполним эту задачу. Вот, игроков было задействовано достаточно много, но я думаю, это предел 15 человек, которые стабильно старались по мере своей как бы занятости побывать на этих играх. Вот, самое, наверное, сейчас, наверное, такой период, конец чемпионата является для нас, наверное, таким самым сложным, потому что нужно удержаться наверху таблицы и показать, ну, доиграть и показать хороший результат. Вот, мы от всех игр получаем удовольствие, вот, поэтому для нас каждая игра – это интересно, это азарт, и особенно когда выигрываем. Добрый вечер, меня зовут Александр, команда «Новая эра». Ну, что я могу сказать по поводу, ну, сезона, игра, ну, немножко у нас нестабильная была, менялись составы, как бы, ну, игроков у нас задействовано тоже, я конкретно не могу сказать, потому что люди как бы менялись. Более удачный второй круг, началось, ну, кое-что нарисовываться. Ну, надеюсь, в следующем сезоне будем стабильнее играть и поинтереснее. Самая интересная игра, мне кажется, все-таки «Сокол», у нас две игры в обе, ну, ну, у нас возраст постарше, у них у нас как бы она более силовая. Все, в принципе. Зовут Андрей Ракитин, представляю команду «Сокол». Оцениваю игру команды в 2012
году, в сезоне 2019 года. Ну, мы как бы достигли практически пика своей вершины. Ну, как бы команда сплочилась и хорошо начала показывать результаты. Про половину сезона, какая была лучше, тяжело сказать, как еще не закончилось. Второй круг не закончился. Ну, во втором круге за 5 последних матчей мы одержали 3 поражения. Ну, и можно считать, что второй круг нам не удался. Ну, и самая интересная игра для нас, лично для меня, была с бронепоездом в позапрошлом туре. Ребята молодцы. Когда от них уходило, они старались говорить, что там ничего не было, там все чистая игра была, ну там хорошо, испаривали желтые карточки, которые можно было давать, которые не можно. Ну, судью не переубедишь, судья если дал решение, так и было. Мы команда «Партизан», и надеюсь, за сезон 2013 у нас соберется нормальная команда, и мы будем играть за призовые места. У нас всего было задействовано за первый и второй круг 12 человек, но под конец уже нас осталось 8. Для нас лучшая половина чемпионата это была первая, потому что в ней мы набрали максимально очков и было минимум поражений. Самая интересная игра это была с Соусхэмом 5-4. Это была очень тяжелая игра, но команда собралась и показала, чего она стоит. Саша, ФК Троещина команда. Ну, в этом сезоне, в принципе, сыграли на процентов 75-80. Максимум задействовали человек 11-12, не больше. Половина чемпионата самая лучшая. И первая, и вторая более-менее стабильно. Но опять-таки на 80%. Самые запоминающие игры лично для меня были это две игры с бронепоездом. Тяжелые победы. Команда Саутхэм. Ну, мы оцениваем вообще игру очень хорошо. Дебют для нас удался. Ну, по поводу сезона, я хочу сказать, что мы второй круг проводим очень так, можно сказать, удачно, потому что за, 8 игр, 7 побед, все-таки для нас это, мы считаем, что очень хорошо. Но если мы где-то в каких-то играх, может быть, и забили где-то вовремя, где-то набрали очки, может быть, вы были выше таблицы. Ну, вообще, лучше мы провели вторую половину чемпионата, как по мне. Ну, а первой половине мы много проигрывали. И самая интересная игра, наверное, была у нас. Ну, первая игра против Интерна. Я Дорошенко Денис, игрок бронепоезда. Ну, как я оцениваю игру в сезоне 2013, ну, бронепоезд, конечно, спустил позиции. Вот, за сезон задействовали, ну, включая меня, ну, человек 8, наверное. Вот, какая половина чемпионата нам удалась лучше? Конечно, первая. То есть там намного больше очков набрано было. И лично для меня самая интересная игра, это... Второй летний кубок, кубков ХФЛ, как раз там, где я травму получил. Самая интересная игра против поздняков была.